У воспитанников общеобразовательной школы «Гармония» для детей с особенностями здоровья уже новогоднее настроение. А все потому, что здесь появилась зеленая красавица – четырехметровая пушистая елка. Она была куплена после проведения акции «Белый цветок» по личному поручению главы округа. В течение 2 лет мы елку наряжали настоящую. То есть мы брали разрешение, рубили елочку. Дорого купить большую елку. Но вот в этом году она необыкновенная. Вы видите, необыкновенные игрушки, размер игрушек впечатляет. Размер елки тоже. Андрей Иванов начал наряжать ее вместе с ребятами. Подарил ученикам и педагогам подарки. Поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал дальнейшего развития. Ведь здесь есть для этого все необходимое. Очень уютно, дружелюбно. И такая везде стоит творческая, теплая атмосфера, за что педагогам и директору, конечно, большое спасибо. Считаю, что у нас уникальная школа, уникальные ребята, детишки наши и большой потенциал для развития. Теперь этому будут помогать и новые приобретенные тренажеры. В школе установили уникальный интерактивный логопедический стол с набором необходимых образовательных программ. Интерактивный пол с развивающими заданиями, стол с кинетическим песком и другие тренажеры. Еще мы приобрели оборудование для обучения и развития детей с расстройством аутистического спектра и нарушением опорно-двигательного аппарата. Это машины для обнимания и утяжеленные шарфы, утяжеленные одеяла, которые нам, конечно, пригодятся. Все эти тренажеры помогают особенным детям, для которых сложно сделать даже самые простые вещи, быстро освоить необходимый материал через игру. В первую очередь это приносит эмоциональную радость. Сколько раз в неделю нужно заниматься? Оптимально. Ну, у нас каждый день расписание. Да. Глава посетил столовую, спортивный зал, медицинские кабинеты, гончарную мастерскую. Тепло пообщался с ребятами и педагогами. Надолго решили не прощаться, ведь впереди Новый год и время для новых подарков. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».